Всем привет! Вы на канале Pop Music, и это очередной выпуск ТОП-5, а посвящен он одной из самых узнаваемых и привлекательных гитарных форм за всю историю. О да, это телики, телекастеры, фирменные по образу и подобию и прочее. Но наши сегодняшние модели объединяет одно. Все они так или иначе уже подходят для игры чего-то тяжелее, чем обычный фанк, блюз или классический рок, например. Итак, погнали! Пятерка телеков, которые подходят для игры тяжелой музыки. Открывает нашу подборку Squire by Fender, модель 70s Deluxe Telecaster. И принадлежит эта гитара топовой серии Classic Vibe. А это значит, и не только по моему мнению, что гитара вряд ли будет уступать по качеству сборки и звучанию, например, какому-нибудь мексиканскому Fender. У этой гитары есть одна особенность, которую просто нельзя не заметить. У этого телека голова грифа от стратокастера. Да, друзья, смело пишите в комментариях, для кого в аду какая печь подходит в этом случае. Будет интересно почитать. Ну а гитара нам очень понравилась. Она имеет два фирменных хамба Wide Range, которые готовы прокачать усилок с хорошим запасом гейна. Звук ее отлично ложится в микс, а товарищ Полянский заценил удобство игры. И в целом это очень-очень приятный инструмент. Будет шанс, обязательно зацените этот инструмент вживую. На четвертой строчке Fernandes TEG Standard SH. Маски сброшенные, этот телеподобный инструмент уже всем своим видом показывает, что на нем нужно рубить тяжеляк. Один тяжеляк мы, конечно же, на нем рубить не стали, да и гитара справляется и с фанковыми рифами, и с цоем, да и мелодичные соляки запилить на нековом сингле только в путь. А все угадайте благодаря чему? Правильно, надписи Limited Edition на грифе, я тоже так подумал.
Корпусу гитара ольховый, гриф из клена с настоящей палисандровой накладкой и даже тремоло на этой гитаре есть. В общем, инструмент укомплектован как надо и как не надо для телека. Четвертое место — Fernandez TEG Standard SH. На третьем месте у нас Schecter, телек 5 и серии Apocalypse, в единственном и неповторимом исполнении под названием Rusty Grey, что означает «ржавый и серый». Но, друзья, точно не по звуку, здесь все круто, саунд действительно очень плотный, напористый и с характером. И это точно благодаря выбору болотного ясеня в качестве материала для корпуса и хамбакерам Schecter USA Apocalypse 6. А еще у этого инструмента офигеннейший сустейн, и все потому, что бридж позволяет установить струны сквозь корпус. От себя же скажу, что вся серия Apocalypse от Schecter мне очень понравилась. От гитар до басов, от звука до качества сборки. Мы с вами добрались до второй позиции, и тут у нас инструмент из Японии. Телек от компании Fujigen, представитель серии Bondary, модель Iliad. Гитара с корпусом из липы, кленовым грифом, и, конечно же, только в Японии догадались сделать накладку на гриф из Armadillo, Godzilla, Grenadilla, в общем, очередной заменитель палисандра. На борту имеется два фирменных хамбакера Fujigen с нормальным выхлопом и возможно переключить их в синглы, что делает гитару сразу же универсальной. Она потянет как и плотничок, так и какой-нибудь атмосферный ракешник, да и выглядит и ощущается инструмент просто шикарно. Вообще советую присмотреться к серии Bondary поближе. We'll be right back.
Ну а закрывает наш топ еще один телеинструмент от компании Schecter. На этот раз с громким названием Sun Valley Super Shader 5FR. Ребята из Schecter снабдили этот телек всем необходимым для бескомпромиссного пиления. Это и быстрый гриф, активные датчики EMG и даже его величество Floyd Rose. В общем, это просто офигенная шред-машина в телекорпусе из красного дерева. Еще хочется отметить, что накладка на гриф у этого супершреддера сделана из черного дерева, что, согласитесь, является плюсом в читаемости и разборчивости в звуке. Итак, первое место. Schecter Sun Valley Super Shredder 5FR. Этот топ-5 не стоит рассматривать в плане что лучше, что хуже. Все позиции уникальны и достаточно интересны. Поэтому, если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши социальные сети ВКонтакте и в Инстаграм. Всем пока! Камера пишет, судя по звуку, визуальное подтверждение тоже вижу. Хьюстон, визуальное подтверждение, объект не уничтожен. Чуть-чуть правее встать и не перебивай меня. Готов? Главный. Еще чуть-чуть правее двигайся, я думаю. Восстаньте. Я думаю, достаточно. Начали. Зверь.